Некоторые считают, если повторять одну и ту же историю снова и снова, она оживет. И мы сами становимся ее героями. И это страшно. Получу, урод! Показать тебе дом с призраками? Пропали дети. Дороги перекрыты. Все, посмотрел. Пошли. Да ты трус! Что это? Книга страшных историй. Расскажи мне историю. Что там происходит? Томми пропал. Имя Томми есть в книге. Это не может быть связано, правда? Но вдруг события из книги происходят в реальности. Господи! Огги! Стелла! Ты в следующей главе. Мы ее читаем. Там мертвец. Повсюду ищет свой палец. Верни палец! Кажется, мы их разбудили. Не стоило вам открывать книгу. Мы должны остановить это! Спасите кто-нибудь! Книга Сары Беллоу. Истории пишутся сами, а потом сбываются. Он уже здесь.